Я писатель. Я всю жизнь исследую зло. То зло, в которое была которым была порабощена моя страна. Это была страшная коммунистическая идея. Вот я помню еще в школе, нас учили только тому, что мы должны погибнуть за Родину. Никто нас не учил, не говорил, что надо быть счастливым, что ты... А интересно именно, как человек рассказывает о своей жизни. И я долго пробовала, как это можно сделать, и в конце концов вот, нашла эту форму. Но я думаю, настоящее – это литература, которая честно описывает реальность, которая стоит на защите человеческой жизни. Я расскажу вам о том, что я поняла в этом мире. И, может быть, кому-нибудь из вас пригодится этот опыт, поскольку всем нам сегодня нужно мужество, чтобы жить.